Если ты жива, я тебя найду. Что происходит? Охренеть, мужик. Ты нас выручил, да? Но, все, парни, расслабьтесь. Он уже подох. Ну ты крутой. Это да. Я Рассел, Глен Рассел. Рядовой Малинс. Привет, Рик. Я Дикон Сент-Джон. Как говоришь, рядовой? Да, так точно. Дешутское ополчение. А ты не местный. Через перевал пришел? Не-не-не, я так, по окрестностям брожу. Пришел из Солт Флэт, с востока, от Силвер Лейк. Фух, ого, ничего себе. А как тебя сюда-то занесло? Как перешел через 97-й? Эй, братан, ну ты даешь. Что? Да он твою шкуру спас. Полковник же приказал сторожить все подходы, и с севера, и с юга, вот я и... Слушай, успокойся, ладно? Давай с этим капитан разберется. Ладно. Да он только что шатуна завалил. Идем с нами. Лагерь рядом с Diamond Lake. Там и жратва, и койка. С нас причитается. Ну да, идем. Годится. А Флорес? Нельзя его бросать. Ты покарауль, а я привезу горючее. Нет. Слушай, будь здесь. Возьмешь его патроны, а я быстро. Хорошо? Погнали. Ну, веди.